Здравствуйте. Меня зовут Эрик, я папа Рафи. И вот я хочу рассказать такую историю. Где-то ровно 3 месяца назад я споткнулся, упал на лестницах, подвернул ногу и, упав, поломал ее очень-очень хорошо. Я сломал голеностоп. Поехали в больницу, сделали рентген. Там сказали 50 на 50, может будет хорошо, может будет плохо. Поставили гипс, и на протяжении 2,5 месяцев я носил этот гипс. Проблема была в том, что голеностоп сломался именно в основании сустава. И был сломан в 2 местах. Была поломана внешняя тонкая кость, и эта же тонкая кость отошла от главной кости. После 2 месяцев, когда мы сняли гипс, сделали рентген, там еще оставалась трещина. Но впоследствии из-за этого у меня атрофировалась мышца. И я вообще ничего, никак не ходить не мог, ничего не мог делать. Прошло после снятия гипса 4 дня. Просто я не чувствую мышцу, я не могу с ней управлять. Вот мы связывались на протяжении всего этого времени с Давидом. И Давид с Юсефой проводили для меня сеанс. И на 2-м сеансе у меня мышца заработала. Я начал ее напрягать, и она начала нормально работать. Но ходить я пока не мог. Мы каждый день проводили сеансы. И с каждым днем состояние улучшалось и улучшалось, потому что моментально чувствовалась разница. Если нога оттекала, и я не мог ничего сделать, даже просто опустить ее на пол, то после сеанса я спокойно уже ставил ногу, потом вообще даже без костыля попробовал пройтись по дому. Ну, оказалось, кроме того, что у меня поломан голеностоп, у меня еще были надорваны связки. И из-за этого это так сильно растянулось. Ну вот, Давид посоветовал, какую мазь мазать, и продолжали делать сеансы. Я даже когда позвонил врачу, который мне ставил гипс, он сказал, что у тебя это протянется очень долго, ты будешь мучиться, тем более ты крупный, у тебя большой вес, это нужно будет тренировки, специальные процедуры, я не знаю что. Но спасибо огромное Давиду и Йосефе, потому что они сделали нереальное. С моим переломом таким и порванными связками, чтобы так быстро после гипса они восстановились, даже врач был удивлен. Вот я хочу сказать огромное спасибо Давиду и Йосефе. Дай Бог вам большого счастья, долгих лет жизни, крепкого-крепкого здоровья. И спасибо Господу Богу, что Он нас вместе свел. Спасибо большое. До свидания.